Сейчас пойдем снимать мекку гламурных кис. Парфюмерный магазин. Даже сетевой парфюмерный магазин. Один из самых крупных у нас в городе. Есть, конечно, и покрупнее, но этот один из самых больших. Стоит на одной из центральных улиц. Так как я не знал, что за условия будут внутри этого магазина, мне пришлось взять буквально все. Единственное, что я знал точно, мне не придется пользоваться телеобъективом, поэтому я его не взял. Еще я подумал, что не стоит брать очень большую камеру, чтобы не смущать покупателей, которые там будут ходить. Если бы я бегал там с какой-нибудь зеркалкой, с хорошим объективом, большим, то это тоже вызвало бы некий, скажем так, некое напряжение в обществе. Поэтому я решил ограничиться, в кавычках, значит, вот этим. Это NEX 7, 24 мегапикселя, высокосветочувствительная матрица, но у нее китовый объектив. Кто в курсе, тот знает, кто не в курсе. Этот объектив существует со времен самого первого NEX'а, NEX'а 5, где было 14 мегапикселей. Для 24 мегапикселей этого объектива уже недостаточно. Если вы собираетесь снимать что-то для интернета или видео, то это очень удобный объектив, прекрасно работает. Но мне там надо было выжать все 24 пикселя из этой камеры, поэтому я, кроме китового объектива, который взял на всякий случай, взял еще несколько вещей. Давайте посмотрим. Значит, мне понадобилось тренога, так как я думал, что мне придется снимать панораму внутри или снаружи. Обратите внимание, если у вас легкая камера, то вы берете уже вот такую треногу. То есть у нее 5-сегментные ноги, она достаточно тяжелая и прекрасно удерживает вот эту камеру. Вместо того, чтобы таскать с собой вот что-то наподобие вот этого. В городских условиях вот это и вот это, вы просто подумайте, это очень большое различие. Сначала я думал обойтись просто сумкой маленькой, но потом, поняв, что возможно в магазине будет темно, а мне надо будет получать качественные кадры, я взял объектив Sigma 19 мм, эквивалент 35 мм, с относительным отверстием 2,8. То есть это достаточно светосильный и очень резкий объектив. Дальше. Если мне потребовалось бы снять что-то более узкое, то есть более портретное или с большего расстояния, чтобы не подходить вплотную и не смущать девушек, я взял более длинный объектив, это эквивалент 50 мм, то есть 35-50, это классический набор. Чтобы в случае чего, если вдруг мне не удастся сделать панораму, на это уходит время, я взял телеконвертер Fisheye. Это довольно качественный телеконвертер, быстро фокусируется и довольно светосильный. Также на всякий случай, значит, был взят портретник, полностью качественный портретник, эквивалент 75 мм, для того, чтобы снимать уже, я не знаю, там совсем раскрашенных девушек или совсем красивых посетительниц. То есть, обратите внимание, я взял все объективы были с фиксированным фокусным расстоянием. Только видео и некоторые общие планы я снял китовым объективом. Также я взял вспышки, которые не понадобились, как мы потом увидим. С ними взял триггеры и управляющий триггер для самой камеры. И получился вот такой рюкзачок. Хотя хотел я пойти вообще вот с такой сумкой, с
Но даже при условии, что я взял беззеркалку, которую чуть больше цифрокомпакта, к ней оказался вот такой набор объективов, которые необходимо было использовать. Даже не вот такое, а мне нужно было две вспышки, потому что лупить с одной стороны я не рискнул бы в таком, скажем так, гламурном месте. Ну и еще широкоугольный конвертер. Значит, вот этот набор плюс маленький штатив. Ну, для перемещения по городу это уже потребуется в любом случае вот такой рюкзачок. Я, правда, его переделал. Это пятипозиционный рюкзак. Сделал так, чтобы его можно было носить как сумку на одном плече. Это, пожалуй, все оборудование, которое я туда взял. А вообще надо было взять только вот это и, пожалуй, вот фишай, который там понадобился. Это не учебный материал, хотя, возможно, многие в этом материале почерпнут для себя достаточно интересного. Это просто своего рода отчет о том, как я прогулялся сегодня. Это запись в блоге. На месте оказалось, что магазин узкий и длинный, и пришлось снимать панорамы. Причем довольно-таки много ярких пятен и большой перепад цвета от окон к стеллажам. Поэтому почти все оборудование, которое я брал, не понадобилось. Здрасте. Вы уже посмотрели фотки? А вот только и чемодан показали. А, там они. Хорошо. А теперь тебя снимать будет? А? Теперь снимать будет? Нет, я просто даже еще не все обработал. Если вы дадите e-mail, я... Или скажите в камеру e-mail. Нет, давайте лучше напишу. Так понять не будет. Так, вот ситуация, которая была изнутри. То есть тут никакая тренога не потребовалась. Хорошие элементы. Вроде зеркал. И вообще в таких магазинах одно удовольствие снимать, конечно. Ты видео снимаешь? Да. Вот, снимай. Я его номер помню, имя нет. Как? Нуркен. Это... 55 и 54.
чего? 25, да? Я помню. Идите сюда. А, нет, у Нуркена 25, а... Подходите, подходите. Да. И что, щелкнуть или так? Спасибо вам большое. У вас самый красивый магазин в городе. А, ну да. А вот этот самый человек. Так, а вот это фасад этого магазина. Значит, пришлось сделать панорамную съемку, потому что расстояние тут, конечно, можно прикинуть не больше 4,5 метра. Я вообще решила, что вы похожи на Вертинскую. Да. На Вертинскую. А, была такая актриса. Она, по-моему, сказала... Она играла птицу Феникс. А, да, мы все говорили, что похожа вообще. Так, вообще, скажите, вот, я ее племянница. Самый красивый консультант этого магазина. Спасибо. Все, остальные. Все, до свидания. До свидания. До свидания. Немного предыстории. Моя подруга решила стать бьюти-блогером. Получилось, что фотографии на ее блоге оказались даже отличными. Плюс к этому она как-то сразу зазнакомилась с директорами и старшими менеджерами всех магазинов. И в один прекрасный день говорит: меня пригласили сфотографировать магазин. Это все равно, что если бы она сфотографировала мыльницу свою подружку, кто-нибудь это увидел и сказал: приходи к нам на свадьбу, ты же на вечеринке свою подружку сфотографировала, сможешь сфотографировать и невесту на нашей вечеринке. То есть приди, сними свадьбу вот у нас и еще у одних крутиков. Разница примерно такая же. Я бы договориться поснимать внутри этого магазина, наверное, никогда бы не смог. Я отговорил свою подругу от того, чтобы она снимала, и решил поснимать сам, но с ее помощью, конечно. Это не обучающий материал ни в коем случае. Это просто демонстрация того, как фотография может быть отличным хобби. И еще больше всего меня повеселило то, что если ты приходишь в место, где много красивых девушек, у тебя большой рюкзак с фотооборудованием, и ты достаешь любой фотоаппарат, практически любой сейчас действительно, многие фотоаппараты выглядят совсем не так, как они снимают. И в общем, кто, у кого фотоаппарат, тот и главный в тех местах, где много гламурных кис. Я просто в качестве записи для блога покажу вот эту съемку и какие-то результаты. Может быть, это вас повеселит или, возможно, чему-то научит. Давайте посмотрим.